Всем привет! Сегодня продолжаем курс обучения тайского бокса. И удар, который мы пойдем, это будет удар лоу-кик. Отработка лоу-кика на снаряде мешок. Со стойки, чтобы нанести движение удар на лоу-кик, нам необходимо сделать правильные шаги. Шаг правый, наносим удар левый. Либо шаг левый, наносим удар правый. Руками используем защитное действие. Реверс, где рука уходит вдоль бьющей ноги, вниз, другая рука на защиту. Либо оставляем руки на защите, прикрываем голову. Удар наносим с движения. Чтобы нанести удар левый, шаг правый, удар левой ногой. Удар наносим голенью, удар наносим на выдох. Постановка ноги на бок. Обязательно движение. Лоу-кик правой задней ногой. Шаг левый, удар правой. Также удар наносим голенью. Удар наносим с движением. Следующий удар, который мы будем отрабатывать на мешке, это удар прямой ногой, удар тип. Удар можно нанести в три этажа, это бедро, живот, либо голова. Со стойки, чтобы нанести прямой удар ножкой в бедро, необходимо сделать шаг, ударить правой ногой, либо сразу нанести удар впереди. Шаг, удар правый, удар наносим в бедро, не в пах. Правую ножку, удар передний. Те же удары уже в живот. Со стоечки. Шаг правый. Удар ножкой вернули на место. И вернули стоечку. Перескок. Левый. Опять стоечки. Руки защищают голову. Шаг правый. Удар. Перескок. Удар. И удар ногой в голову. Шаг левый, удар правый. Перескок, удар левый. Следующий удар, который мы будем отрабатывать, это удар ногой middle kick. Удар наносится по корпусу, удар бьем голенью. Со стойки, чтобы нанести удар задней ногой, по передней ногой делаем шаг, задней ножкой наносим удар. Руками защитное действие, реверс, и удар наносим на выдох. Обязательно нужно при нанесении удара развернуться на опору ноги. Из чего вернуться в стойку. То есть мы делаем шаг, разворачиваемся на опору бьем и возвращаемся в стойку. Передняя нога, левая нога. Чтобы передней ногой нанести удар, нам необходимо сделать перескок. Поменять ноги местами отсюда с разворота на опору ноги, вынести middle kick, после чего вернуться в стойку. Движение.
Следующий удар, который мы будем отрабатывать на мешке, это удар ногой хай-кик. Удар подъемом с дистанцией, с движением. Со стойки, чтобы нанести хай-кик, нам необходимо передней ножкой сделать шаг, поднимаясь на носке, разворачиваясь на опору ноги, нанести удар хай-кик. Движение со стоящей руками, защитные действия, удар на выход. Наносим удар ногой. После каждого удара возвращаемся в стойку. То же самое с передней ноги, делаем перескок, наносим удар ногой в голову. Движение со стойки. Следующий удар, который мы будем отрабатывать на мешке, это удар коленом с дистанции. Со стойки. Чтобы на мешке отработать удар коленом с дистанции, нам необходимо немножечко его раскачать. За счет этого нам будет легче отрабатывать удар, и удар мы будем смотреть, получается, навстречу, на движение. Либо правым коленом, либо левый. Удар задней ногой, заднего колена, со стоечки, с движением. Делаем шаг левым ногой, наносим удар правым коленом. При этом пятки прижимаем к ноге, носок тянем вниз. Ручки остаются на защите, либо мы делаем ревер, защитное действие. Делаем небольшой толчок. Навстречу наносим удар коленом. Опять делаем небольшой толчок, мешочек начинает двигаться. Делаем шаг и на выход наносим удар. С движения со стойки наносим удар коленом. Наносим удар коленом. То же самое с передней ноги, но уже с перескоком. Немножечко отталкиваем мешок. И наносим удар коленом. И наносим удар коленом. Также будем отрабатывать удары коленей в захвате. Будет два варианта ударов. Первый – это удар с замахом, где мы ножку откидываем назад, выносим удар коленом. И удар с места, с перескока, удар нога, вынос колена. В захвате. Имитируем захват. Имитируем захват. У меня ручка, ножки фронтально, ноги чуть в коленях согнуты, носки в сторону. С этого положения, чтобы нанести удар ногой с замахом, нам необходимо ножку откинуть назад, после чего вынести колено вперед, носок тянем вниз. То же самое сделать с другой стороны. Откинуть ножку назад, вынести удар колено вперед, носок вниз, пяточку пляшечки. Получается замах, удар, ножку ставим. Замах, удар. Немножко ставим. Удар выносим вперед. В корпус. Здесь же можно прибавить, нанести несколько ударов. Каждый удар делаем на выдох. И второй эпизод, это когда мы в захвате
имитируем перескок. И на правую, на левую ножку, откидываем ножку назад, выносим удар коленом. Откидываем ножку назад, выносим удар коленом. Ножку назад, удар коленом. Ножку назад, удар коленом. Ножку назад, удар коленом. Короткий перескок, удар коленом. Короткий перескок, удар коленом. Короткий перескок, удар коленом.